Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Похфактум». Сьогоднішній мій гість – Дмитрій Місюрьов, координатор проєктів Агенції розвитку Миколаєва. Вітаю! Здрасте! Начну з такого. В 2015 году я написал статью под названием «Мэр, просто мэр». Я не буду говорить о том, что эта статья была написана в предвыборный период. Это, в принципе, не имеет отношения ни к выборам. Просто вот навеяло на состояние на тот момент и нашего города, и как мы в нем живем, и как могли бы жить. Приведу очень короткую цитату из статьи. «Любой нормальный человек, а тем более желающий стать мэром города, если им не движут исключительно алчные цели, хочет оставить после себя доброе наследие». Наследие, которое жители города будут помнить десятки лет, и благодаря которому жизнь города кардинально изменится к лучшему. Но мы поговорим не о нашем городском голове, поговорим о пресловутом наследии. В мире насчитывается 195 независимых государств. Примерно 2,5 миллиона городов. Сколько мы знаем мэров, оставивших после себя ту добрую память, которую можно назвать наследием? Сложно сказать. У меня есть три ярких примера из вышеупомянутой статьи, но об этом мы поговорим чуть позже. Я просто хочу услышать вашу, Дмитрий, мысль вот, в принципе, о наследии. И вот, может ли вот, то понятие наследия, в которое я вкладываю вот, весь смысл изменения города, естественно, в лучшую сторону, а не в худшую, может ли вот эта мысль, быть двигателем, даже движителем вот, нашей жизни? Либо это зависит совершенно от других факторов? Как вы думаете? Ну, я думаю, что, несомненно, то, о чем вы сказали в своей статье, несомненно, это имеет место быть. То, что мы говорим о развитии самого города, о наследии, это были стратегические шаги, стратегическое планирование. И в том числе это является частью большой экосистемы, в которой не находится только мэр. И мы можем видеть на примерах развития других городов, что в стратегическом развитии города принимают участие все заинтересованные стороны. А это и жители, это и чиновники, это и депутаты различных образований, это и мэры городов. Правильно говорите, это некая экологическая система. Достаточно большая, достаточно сложная. В каждом городе, вот в каждом городе Украины своя есть особенная черта у жителей, да, можно это назвать менталитетом или ментальностью. Вот. В каждом городе она отличается друг от друга. Вот, например, там Николаев был в свое время закрытым городом. Естественно, это повлекло за собой достаточно, на мой взгляд, такие не очень хорошие черты характера у людей, да, более закрытые, более такие, вот, такие обособленные. В отличие, например, от того же Херсона, который несколько меньше, но более свободен, да, и он всегда был более свободен, не говоря уже об Одессе, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, как я уже говорил, что в мире есть достаточно, даже не только в мире, а в Украине, ну, мы говорим о мировых каких-то примерах, в мире есть достаточно много городов, которые изменились, вот реально изменились и в своем облике внешнем, да, и в какой-то внутренней инфраструктурной вот каких-то вот проектах, благодаря, естественно, идее, которую сумел тамошний мэр воплотить в жизнь с помощью определенных инструментов. И вот я знаю, и что вот то агентство развития Николаева, в котором вы имеете честь трудиться, да, вот, оно было как раз создано в этом мировом тренде вот этих агентств, да, и наши горожане, ну, скажем так, ну, не в большинстве, может быть, но в достаточно большом количестве не совсем понимают роль агентства. И у нас, вот как я уже говорил, в связи с этим закрытым немножко менталитетом наших людей, у нас все уповают, как правило, на вот такое условное слово «начальник». Да. Да? Вот у нас начальник ЖЭКа, это царь и бог, да? Там начальник завода условный, начальник города, это мэр, да, и вот у нас все наши проблемы, они как бы проецируются на вот этого условного начальника. А этот условный начальник, он ведь только, он должен быть, с моей точки зрения, он должен быть вот этим проектантом идеи,
и с помощью определенных инструментов эти идеи воплощать в жизнь. Абсолютно верно. Если мы говорим о менталитете, мы можем посмотреть на Корею, Южную и Северную Корею. Одни и те же люди, и у них абсолютно разный менталитет. Здесь не зависит от каких-то вот, знаете, таких вот национальных черт характера. Это, скорее всего, обусловлено культурой, воспитанием и каким-то видением своего развития. Если мы говорим о мэрах городов как двигателей прогресса, двигателей развития и роли агентства в этом развитии, есть отличный кейс, город Бильбао в Испании, который очень похож на город Николаев. Примерно количество жителей одинаково, там 330 или 360 тысяч жителей. Практически тоже промышленное индустриальное наследие. Портовый город, занимались строительством городов, кораблей и всего остального. Но в 80-х годах у них произошел упадок, предприятия закрывались десятками, банкротились. По-моему, безработица составила что-то 20%, из них только среди молодежи была безработица 50%. И перед управлением города, и перед горожанами стал вопрос, а что же делать дальше? Потому что люди уезжали и не знали, что делать. Поэтому создалась такая экосистема, когда управление городом в лице мэра, в лице чиновников, активные горожане, там, по-моему, было порядка 130 человек, создали такую вот общность, которая задумалась о стратегическом развитии города дальше, потому что они поняли, что то наследие, которым они находились в данный момент, индустрии, тяжелое индустриальное наследие, оно уже не будет дальше работать. Создали агентство, так называемое агентство, которое начало вырабатывать стратегию развития, вектор развития. Они пригласили 20 иностранцев, в том числе как эксперты, как консультанты, и в течение нескольких лет они выработали новую стратегию развития, разработали план внедрения этой стратегии. И очень серьезно и очень быстро по меркам внедрения они вышли сейчас на уровень 15-го города по уровню жизни в мире. То есть они сейчас занимают очень высокий уровень. А за счет чего? Ну, если у них упадок производства был, да? Они пересмотрели полностью вектор существования своего города. Конечно, там совпало очень много того, что должно было совпасть. Это и желание всех стейкхолдеров города, чтобы он все-таки жил и развивался. А вот расшифруйте это слово. Заинтересованные стороны, грубо говоря, да? То есть, ну, жители, управление городом. Это и поддержка финансовая. В том числе, ну, город испанский, и он ушел в Евросоюз, Испания ушла в Евросоюз. И в том числе и было понятие, что из городского бюджета также надо выделять деньги. И они построили за 75 миллионов долларов или евро, сейчас не скажу точно, центр Гугенхайма. Это такое концептуальное здание, которое было, задача которое было быть похожим на оперный театр в Сиднее. Центр современного искусства это был. Помимо этого, там построили аэропорт, начали прокладывать ветки метро, трамваи, построили так называемый Белый мост, застроили кварталы новыми современными такими вот концептуальными зданиями. Пригласили очень много архитекторов со всего мира. Это было очень дорого, но это привело к тому, что за первые, по-моему, 3 года после постройки вот этого музея, который являлся такой отправной точкой, в город посетило 4 миллиона туристов и принесло 400 миллионов долларов, по-моему, в бюджет города. Жители этого города, они были как бы согласны, как бы, да, с тем, что им предложили. То есть они были согласны с тем, что их город будет, ну, неким таким привлекательным туристическим центром. То есть он превратился из когда-то индустриального, судостроительного, такого рабочего города в нечто совершенно другое. Да? Но ведь кто-то, жителей этого достаточно большого города, смог убедить в этом. Ведь не просто на них, вот им сказали, ну все, с завтрашнего дня будем делать по-другому. Ну как так можно, да? Ведь там много жителей. Не все были, наверное, согласны. Значит, их каким-то образом убедили, показали, рассказали, привлекли деньги, ну и так далее, и так далее. И вот я просто хочу, ну, проецирую это на наш Николаев, да, вот как можно там выйти на трибуну и сказать, все, дорогие мои николаевцы, неважно, кто это будет, да, мэр, либо, ну, неважно кто, да, либо руководитель агентства развития Николаева, сказать, вот у нас есть
ну, такая глобальная идея. И вот мы сейчас из вот такого постсоветского, постиндустриального города, который патерналистского жутко, бывшего закрытого, с такой особенной ментальностью, мы, вот есть идея превратиться в нечто совершенно другое. Выставить, выкатить, извините за такой сленг, да, некую такую идею красивую, классную, подкрепить ее цифрами, подписаться под каждым словом и запустить ее. Вот как вы думаете, сработает это у нас? Я вообще думаю, это не сработает, да, ни в коем случае, потому что, в принципе, за счет любой идеи город может выйти из той плохой ситуации. Не говорю конкретно по Николаеву, говорю вообще по какой-то умозрительный город, который оказался в таком в плохом состоянии. За счет любой идеи. Единственное, что эта идея должна быть согласована со всеми жителями города города. Да, города, со всеми жителями. Должен быть такой социальный запрос от жителей города, с чем они согласны и куда они согласны двигаться, и самое главное, поддерживать руководство города и всех остальных заинтересованных сторон, ну, в развитии. Какой в Николаеве? Ну, давайте все-таки к Николаеву. Мы в мечтах можем говорить. Ну, в мечтах. Ну, вот, допустим, вот я считаю, что социальный запрос, опять же, ввиду того, о чем я чуть-чуть выше говорил, да, ввиду вот этой нашей особой ментальности, а может, она уже и не такая особая, но я считаю, что она особая. Вот какой может быть социальный запрос? Что наши люди могут попросить? Вернее, не то, что попросить, запросить, да? Что они могут потребовать? Создание рабочих мест. Каких рабочих мест? Ну вот, и начинается вот у нас все. А вот помните, кем мы авианосцы строили? Ну, все, вот это по кругу начинает ходить, да? Людям говорят, ну подождите, авианосцы уже, в принципе, ну, не нужны. Мы уже не в состоянии. У нас устарелое оборудование. У нас там два завода перепродаются бесконечное количество раз, уничтожаются. Это уже другая тема, да? Кем и для чего. Вот у нас есть государственный завод, да, 61-й. И что? Он ничего не делает. Ну, какой-то мелкий судоремонт. Все, у нас нет судостроения. Есть частное, небольшое там судостроение, да, там Небулон сам себе там что-то делает для себя. Хорошо, нормально. Яхты какие-то строят, тоже хорошо. Но это не в тех объемах, в которых жил когда-то город, советский город. Да, да? Что еще? Да. Порты. Порты, да, поговорили и забыли, потому что, опять же, свои там какие-то внутрикорпоративные вещи происходят, которые горожанам недоступны, и они никогда этого не поймут и правды не узнают. Дальше что? Но вы предлагаете, опять же, эту патерналистскую повестку дня спустить сверху вниз? Нет, мне просто интересно, вот, ну, скажем, мнение человека, во-первых, несколько моложе, чем я, да, вот, во-вторых, немножко с другим пониманием вещей, потому что агентство развития, оно работает немножко по другим алгоритмам, чем вот я мыслю, да, вот, поэтому интересно мнение. Вот какой может быть социальный запрос у николаевцев? Существует три стороны проблемы, что касается того же судостроения, да, там, в том же самом Николаеве. Первая сторона проблемы – это то, что экономически на данный момент это невыгодно. Ни государству, ни городу. На данный момент. Судостроение. Крупное судостроение в том виде, в котором оно было, авианосцы и все остальное. Потому что нет такого запроса сейчас. Другая сторона проблемы – это то, что люди не готовы отказаться от этого наследия, которое у них было. Это город, который строил практически все авианосцы Советского Союза. Это город адмиралов. Это та ментальность, на которой люди выросли. То есть, с одной стороны, экономики это не надо, с другой стороны, люди не готовы от этого отказаться. И третья сторона проблемы – это собственник данных, скажем так, организаций, который где-то не совсем правильно распоряжается своими активами, где-то не смотрит в развитие своих активов. Поэтому из этих трех проблем, даже если мы просто смоделируем немножко мнение горожан о том, как это должно быть, две других стороны проблемы не уйдут. В любом случае, в ситуации с заводами, судьбу этих заводов должны решать их собственники. Должны решать директора, совета директоров, должны решать правкомы, то есть те, кто представляют работников этих заводов. И они уже должны распоряжаться собственностью этого завода. Но мы не о заводах, мы именно о социальном запросе. Вот если отбросить заводы, все, у нас их нет. Ну, вернее, там тлеющие заводы, это можно не считать их, да? Вот. Что людям можно предложить такого, чему бы они, во-первых, безоговорочно, ну, поверили, да? Вот сказали, вот это наш путь. В светлое будущее, причем путь очень скрупулезно прописанный, с цифрами,
с обязательствами и так далее, и так далее. Что можно людям предложить, если уже говорить о туризме? Да, мы хотим туристов. То есть, с одной стороны, получается, мы хотим, чтобы у нас природа была девственно чистая, а с другой стороны, а где же туристы? Дайте туристов, потому что нам нужны деньги. Придет турист, все затопчет, опять будет плохо. Так вот, что людям предложить? Как показали последние рейтинги, проведенные организацией «Рейтинг ПРО» для Украины в целом и по каждому городу в частности, в Николаеве желание экономического благосостояния превышает сейчас какой-то показатель демократических свобод. То есть мы говорим о том, что люди сейчас на самом деле ощущают себя бедными в городе Николаеве. Как я считаю, что единственным правильным вектором развития было бы создание рабочих мест в тех отраслях деятельности, бизнеса, которая подразумевает высокую добавочную стоимость. То есть связанная с профессиональным уровнем людей. Я не говорю конкретно о IT, да? Я говорю о любой продукции, в которой высокая добавочная стоимость. Учитывая то, что город Николаев – это город профессионалов с большой буквы во многих направлениях, начиная от инженерии и заканчивая агробизнесом, то стоит, наверное, продумывать какие-то вот такие именно моменты развития креативной экономики в городе. Ну, а агентство что в этом направлении может подсказать? Вот как оно же, агентство развития Николаева? Агентство не занимается созданием, скажем так, заводов, пароходов. Нет, я имею в виду проецирование идей какие-то. Агентство может помочь городу собрать вот эту всю информацию в городе и помочь городу выявить направление движения. Мне нравится вот это, оно может помочь. Оно, то есть, не помогает? Или пока нет запроса? Нет запроса. То есть агентство ждет запроса от города, то есть от власти города. Коммунальная установа. Я имею в виду от власти городской. В том числе. Как я уже говорил на примере Бильбао, это было общее решение. Да? И руководство города, и горожан, они хотели найти выход из этой ситуации. Когда у агентства будет запрос. А как он должен быть оформлен, этот запрос? Ну вот, я не готов об этом говорить. Я не могу себе представить. Ну хорошо, ну вот есть у нас совершенно замечательная такая форма такого общего общения, да, такого там социальная сеть Facebook, да, огромное количество горожан умных, не очень умных, совсем не умных, разных там общается между собой, смотрит, читает ленты и так далее. То есть мы можем общаться. И общаемся, вот, допустим, посредством Facebook, да? И я себе представляю, ну вот как еще могут горожане, допустим, спроецировать вот этот свой запрос? Я хотел бы сказать, что немножко не так происходит на самом деле. На том же самом примере города Бильбао, где была создана такая рабочая группа по нашим названиям, да, из 130 с лишним горожан, из разных слоев, не только представителей Facebook, не только представителей людей, которые пользуются интернетом, а абсолютно всех. Был такой срез. Были приглашены эксперты из-за границы, которые на самом деле эксперты в развитии городов, и агентство, которое выступило фасилитатором, то есть таким посредником между всеми этими событиями, и уже вот эта вот общность уже выявила то направление, которым будет развиваться город. Не просто пользователи Фейсбука накидали, что они хотят, как город развивать. Я же условно очень так. И только потом уже, ну, в том числе и участвовали чиновники, естественно, которые могли со своей стороны сказать какие-то свое какое-то резюме. И уже вот этим общим подходом был выявлен вот этот вектор развития. К сожалению, в других городах, это был так называемый эффект Бильбао, пытались тот же самый эффект воспроизвести в других городах. Возможно, там не было вот этой общности, не было коллективного принятия решения, и это не привело к чему-то хорошему. Были несколько еще успешных кейсов. Город Ланс во Франции, где построили тоже здание и привлекло туристов. Филиал музея Лувр. Но, к сожалению, в основном без участия горожан, без их согласия, без социального договора между горожанами и властью, вряд ли какой-то город сможет реализовать какой-то успешный проект. Принципиальное согласие большинства. Понятно, что 100% не будут, да, горожан там, ну, хотя бы большинство. Большинство горожан, допустим, хорошо, их сумели, ну, я не знаю, там, убедить, либо показать, рассказать так, чтобы они, ну, скажем, поверили, да, в то, что вот именно вот эта идея даст толчок, либо изменение к лучшему, ну, разные вариации могут быть. Но вот мне непонятно немножко, ну, почему именно, ну, хорошо, их убедили, что туризм, вот там может вот постройка, вот не да, и в связи с этой постройкой нужно еще более развивать инфраструктурные какие-то проекты, метро, там,
и другой транспорт, и так далее, и так далее, именно для привлечения туристов. Каким образом? Вот я все время думаю, каким образом можно вот поговорить так со своими горожанами, да, чтобы их суметь убедить в совершенно другом векторе развития города. Ну как еще выявить настроение людей? Но это уже будет зависеть непосредственно, наверное, скорее всего, от менталитета людей. А если, допустим, вот опять же проецируя на Николаев, а если люди скажут, ну вот им предложат, например, несколько, даже вот проведут какой-то социологический срез, да, опрос там, ну, на серьезном уровне, и, допустим, предложат несколько вопросов. Каким бы вы хотели видеть развитие города Николаева, да? Как? Ну, да, условно. Там судостроительным городом, портовым городом, туристическим там хабом или центром, да, вот, еще там каким-то там искусствоведческим, там, ну, неважно, что там, рыболовеческим, там, неважно каким, да. И вдруг, например, люди поставят, опять возвращаясь к своему патернализму, да, вот этому вот закрытости, поставят, хотим быть опять судостроением. Судостроительным городом. Что с этим делать дальше? Ну, в судостроении, как мы уже чуть ранее говорили, нет потребности. Что делать с этим? Потребность есть в судостроении, но не в том виде, в котором она была. Не в том виде, но ведь у нас люди понимают это именно в том виде. Я думаю, скорее всего, надо задавать немножко другой вопрос и не предлагать человеку выбор из трех вариантов. Надо просто спрашивать людей, что каким вы хотели, видите, да, город через 10 лет. Да? Чтобы они перечислили там те ключевые точки. Как они понимают? Безопасный город, такой-то город, такой-то чистый город, такой-то, да? Чистый город. Ну, хорошо, чистый город, ну да, дальше что? Ну, это мое мнение личное, да? Мы должны выявить потребности людей в чем-то сейчас. Ну, в принципе. Я уверен, что первое место будет, естественно, что город, в котором я могу работать, мои дети могут работать и зарабатывать деньги. Безопасно. Дальше мы уже начинаем проводить исследования по конкретному, по каждому из этих пунктов. Ну, в принципе, запрос на подобное исследование, он есть? Ну, внегласный, конечно, есть всегда. Люди всегда хотят жить в лучших условиях. Нет, я имею в виду, вот, допустим, на сегодняшний момент, опять же, возвращаясь к роли агентства развития Николаева, был ли, есть ли, либо планируется в ближайшем будущем сделать такой срез настроений николаевцев? Как человек, который курирует определенное направление деятельности агентства, я о таком не знаю. Возможно, это и будет являться частью стратегии развития города. А где она? Когда она будет? Стратегия развития города? Ну, я об этом не могу сказать. Я занимаюсь немножко другими вещами. Ну, я ж, да, окей. А я вот в начале программы сказал, что у меня есть три примера из своей статьи, написанной в 2015 году. Ну, не знаю, успею ли я, да и есть ли смысл, все три примера, да. Ну, вот я хочу, допустим, такой пример привести. Очень любопытный. Город Балтимор, Соединенные Штаты Америки. Бывший музыкант и полицейский Мартин О'Мелли в 1997 году избирается мэром этого города. Ему тогда не было еще и 40 лет. Он прослужил на этом посту два срока. А в 2002 году, по версии журнала Esquire, был назван лучшим молодым мэром страны. В самом начале своей работы мэром О'Мелли решил усовершенствовать электронную систему по сбору статистики, которая получила название CityStat. Через эту систему можно было контролировать все инфраструктурные городские процессы, общественные работы, учреждения, вопросы аренды, полицию, транспорт. Оценка работы муниципальных властей производилась каждые две недели. Эта компьютерная программа, по оценкам специалистов, позволило сэкономить Балтимору 100 миллионов долларов, а жизнь горожан сделать комфортнее. Вот видите, что произошло в Балтиморе, да? Не обязательно нужно было перестраивать что-то там кардинально, совершенно что-то менять. Достаточно было в тот момент внедрить определенную, просто запустить компьютерную программу, которая облегчила вот эту вот жизнь. Мы же до сих пор это ощущаем на себе, мы здесь, в Николаеве, да, хождение по чиновникам, справки до сих пор там, вот, при всей сегодняшней, ну, скажем, электронизации, если можно так сказать, процессов, да, общения человек-чиновник, у нас до сих пор это все находится на очень низком уровне. Спорный вопрос. Спорный Он, вопрос, скорее всего, решил проблему, которая существовала. Возможно, возможно. И горожане почувствовали на себе то, что стало в каком-то моменте легче жить. Просто так же премию Гарвардский университет
просто так кому-либо не выписывать. То есть они нашли, видимо, в этом какую-то вот революционную составляющую на тот момент. Ну, это опять же не о мэрах, это об идее, о наследии и о том, во что может превратиться в лучшем понимании этого слова город. Балтимор ли, Бильбао ли, Николаев ли. Да? Вот. И я бы хотел, чтобы через какое-то время все-таки Николаев вынырнул из того патернализма, из того постсоветского состояния и начал развиваться. Думаю, мы со всей стороны будем работать, вы со своей стороны, мы со своей стороны над тем, чтобы так произошло. Спасибо за участие. Я с вами прощаюсь. Был Игорь Пох, программа «По фактам». До встречи.